Игорь, вот сегодня не убивай. А, расти, попа большая, красивая. Я, в общем-то, не родилась в какой-то там золотой люльке. Было какое-то ощущение, что я что-то еще не до конца сделала. Я реально немножко устала от шопинга. Всем привет! Меня зовут Даша Тубольцева, и сегодня у нас очень необычный герой. Для начала хочу попросить вас подписаться на наш канал, чтобы не пропускать видео. Ну а мы начинаем. Сегодня мы проведем целый день с Аней Костеровой, с женой Евгения Малкина и известной спортивной телеведущей. Мы сейчас находимся около ее дома. Пойдемте внутрь, Аня нас уже ждет. Аня, привет! Рада с тобой очень познакомиться. Привет, я тоже. Так, расскажи, что ты сегодня будешь делать, как у нас день начинается? День у нас начинается стандартно, ничего нового. Это тренировка, иногда более интенсивная, иногда менее интенсивная. А сегодня я хочу показать тебе свою стандартную тренировку, которую я обычно провожу в день эфира. Хорошо. Потому что она вот благоволит хорошему внешнему виду, заряду энергии, хорошему настроению. Угу. Вот. Так что сегодня будет очень интересный комплекс упражнений. Я думаю, что, кстати, девчонкам это будет очень интересно. Да, наверное, да, это точно. Тоже. Ну, пойдем тогда. Расскажи вообще. Так, где мой убийца? Где мой убийца? Он уже, как обычно, приезжает за 15 минут, наполняет зал своей энергетикой. Привет. Привет. Пойдет. Аня, а вы каждый день тренируетесь? Практически я делаю себе послабления 1-2 дня. В Москве, если честно, я тренируюсь реже и менее интенсивно. Он меня не слушается никогда. Я его прошу, когда... Игорь, вот сегодня не убивай. Вот сегодня не убивай. Вот да-да-да-да-да-да. И все равно, он же знает, что я сделаю. Еще, очень важно. Мы работаем на осанку. На осанку, на походку. Мягкую, да, Игорь? Подожди. Задницу ты не прокачаешь без весов. Это невозможно, это нереально. Да и с весами, знаете, как бы у всех есть свои слабые места. И мне кажется, я помню, мне один вопрос задали в Инстаграм. Аня, а можно попу прокачать за 2 месяца? Ну, тут еще и питание очень важно. Конечно, а как? Но ты представляешь, ты убиваешься столько в зале, ты этому столько посвящаешь времени, каждый день, там, да, ты работаешь на результат. И, ну, о каких булках, пряниках может идти речь? Конечно, да, это уже где-то рыбка на пару, это уже как бы какие-то овощи. Да, я, например, сейчас не ем сладкое. Я решила поэкспериментировать, я вообще сладкоежка. Ну, как бы я не ем фрукты, но вот что-то вот молочный шоколад, какие-то киндеры мне нравятся. И сейчас я 2 месяца уже не ем сладкое. То есть вообще нет сахара? Вообще нет сахара. Как раз, кстати, у нас сейчас силовая весовая история. Это не совсем предэфирный вариант, но коль мы заговорили про веса, давайте мы продемонстрируем несколько упражнений так, интересных. И... 10 кг? Нет, 30 килограмм. 30. Ух. А, расти, попа большая, красивая, упругая, круглая.
В общем, он мне дал хэви, естественно. Угу. Это значит, что у меня суперсложная, у него суперлегкая. Но я все равно сделаю лучше тебя, понял? Да. Проверим. Проверим. Оп! Так, ноги всегда широко, заряд руки вниз. Вообще, на самом деле, таким валиком больно, если мышцы подзабиты. Они у меня, как правило, всегда в какой-то степени подзабиты, потому что тренируюсь много. Ай! Больно прокатывать, да, этот валик. Но нужно это делать обязательно, размягчать мышцы. Приводите к состоянию желе. Ай, блин! Можно теперь снять уже вот эту всю красоту. Я потом, как в этих смешанных единоборствах. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я была бы в отличной форме. Привет. Смотрите, кто там пришел. Привет, малыш, привет. Вы поехали на тренировку? Никита, иди маму поцелуй. Привет, мой хороший. А тренировка сына, мужа? Или у них совместная? То, что касается хоккея, в основном этим занимается Евгений. Он сам видит и понимает, какая нужна нагрузка ребенку. Сколько раз в неделю, да, малыш? Что ты там? Сына? Так, вот такое у нас милое утро получилось. О! Все. Готово. Молодчина, вставай. Собственно, я надеюсь, что всем было интересно. Удаляюсь на часик, сходить в душ, переодеться. И мы едем дальше по нашим суперинтересным делам. Да, пока не будем говорить куда, но я думаю, что будет интересно. Все, будем ждать вас. Спасибо за тренировку. Аня, еще раз привет. Привет. Ты уже собралась. Расскажи, куда мы едем сейчас. Мы поедем на встречу со моим супер стилистом, я бы сказала, даже богом стиля. Человек, который работает главным стилистом на канале Матч ТВ. Мы сейчас занимаемся, скажем так, моими образами эфирными, и он предложил мне познакомиться с брендом Suit Studio. Собственно, туда мы и направляемся, выберем что-то, надеюсь, красивое, стильное, так что будет интересно. Ну тогда поехали. Единственное, я на самом деле не вожу машину в Москве. Были, скажем так, такие рекомендательные напутствия со стороны моего мужа, который понимает, что в Москве очень много пробок и движение, не сказать, что прям стабильное, он волнуется, и за руль я сажусь крайне редко. В этом сезоне я за рулем еще не ездила, поэтому сейчас будем разбираться. Машину он нам дал поспокойнее, сейчас посмотрим, что здесь и как. Так. Аня, я хотела начать с
с Матч ТВ, вот новость о твоем возвращении на телевидение, такой получилось резонансный. Я прям очень рада. Улыбка на лице. Ты расскажи, когда вообще получила это предложение и долго размышляла, соглашаться или нет? Ты знаешь, все как обычно у меня происходят всегда какие-то спонтанные истории, потому что, как практика показывает, если долго к чему-то готовишься, к каким-то проектам, то обязательно что-то произойдет, а здесь история прям вот спонтанно все получилось. На самом деле очень большое количество ребят и практически, наверное, целая команда, включая и топов, включая и шеф-редакторов, и звуковиков, и режиссеров, осталось еще со времен России 2. Mm-hmm. И мы, в принципе, периодически как-то все равно есть какие-то контакты, там, WhatsApp можем переписаться, можем там директ, лайкнуть друг другу фотку. Ну и в один из таких дней перед юбилеем Матч ТВ мне позвонил один из топов канала. Mm-hmm. Как дела? Что интересного? Я как раз собиралась улетать в Сочи отдыхать. Он мне предложил такой вариант. Слушай, у нас юбилей канала, прекрасная возможность появиться на праздничном эфире, угу. Там, например, с Димой Губерниевым, да, поболтать, вспомнить, тряхнуть стариной, так скажем. И я очень вдохновилась этой идеей, поменяла сразу билеты, угу. Вернулась раньше и пришла в качестве приглашенной ведущей на праздничный эфир Матч ТВ. После эфира как-то, вы знаете, все так легко прошло, хорошо, и даже были такие отзывы, что, слушай, мы все понимаем, что у тебя был 5-летний перерыв, но это настолько было круто, настолько это было, видно было, что тебе комфортно, легко, и, в общем-то, профессионализм не потерян, не растерян, поэтому как ты смотришь на то, что пока Женя здесь, и пока какие-то непонятки ему не стоят, почему бы не поработать? Вот, мы все это обсудили с руководством, с Тиной, которая, кстати, меня просто очаровала. Невероятно умная, мудрая, потрясающая женщина. В общем, мы с ней поболтали и решили, почему бы и нет. Ну, собственно, как-то с этого все закрутилось. То есть, получается, когда уже не начнет сезон, ты полетишь не в Америку, не останешься здесь работать? Я не хочу раскрывать всех секретов, всех наших договоренностей с Тиной. Есть очень много альтернатив в Америке в том числе. И у нас есть с ней конкретная цель, к которой мы идем на следующий год. Вот, поэтому, возможно, это будут какие-то интервальные появления. То есть я там побуду с Евгением, там вернусь на месяц, например, еще по эфиру. Ну, как бы, возможно, это не исключает какой-то моей деятельности корреспондентской в Штатах. Вот, цель есть, задачи поставлены. Вот, а по логистике, я думаю, что мы уже разберемся. Перед первыми эфирами ты сама волновалась, нервничала после такой продолжительной паузы? Ты знаешь, очень странно. Ну, я думаю, что там и Диме Губерниеву огромное спасибо. Он смог как-то так меня расслабить, создать комфортную атмосферу. И, в общем, это было, знаешь, for fun. Я просто кайфовала, и первый эфир прошел абсолютно легко. Не было никакого волнения. Другой вопрос, что когда мне уже предложили вернуться, и ты уже понимаешь, что на тебе какая-то ответственность, и ты уже одна ведешь эфир с гостями. Перед первым я, конечно, волновалась, но, слава богу, все прошло неплохо. Я умею уже с этим справляться. Скажем так, это годы работы, опыта, профессионализма. Он никуда не делся. А как сейчас сложно совмещать это и с личной жизнью, и стало значительно больше работы, эфиры, сын, вот с этим проблемы сейчас есть или уже привыкла? Ты знаешь, я вообще очень много времени провожу с ребенком, и, конечно, сейчас меньше получается, но надо как-то и о себе думать. Ты знаешь, мне все эти годы очень не хватало работы, мне не хватало эфиров, мне не хватало этих ощущений, и благо, что у меня оказалась очень понятливая семья, в первую очередь мой муж, который меня невероятно сильно поддержал, и перед каждым эфиром дает мне какие-то, у нас свои с ним фишечки, я не буду рассказывать, свои какие-то напутствия. Вот, и он рад за меня, но он тоже, в общем-то, понимает, что это я не остаюсь там конкретно все в Москве, а он там уезжает, и я там бросаю все свои дела и быт в Америке. Нет, конечно. Ну, вот. Так что все это с пониманием. Вот ты сказала про то, что тебе не хватало телевизионных эфиров. Просто со стороны складывается впечатление, что у тебя такая идеальная жизнь, там
муж, ребенок, Майами, там высокие доходы, то есть все, что хочешь, у тебя есть в жизни, но при этом вот тебе не доставало какой-то самореализованности или вот это такое желание вновь там работать на телевидении, оно откуда пошло? А, ты знаешь, я в общем-то не родилась в какой-то там золотой люльке, и для того, чтобы мне чего-то добиться в жизни и добиться тех результатов, которые я добилась в своей карьере, мне приходилось много трудиться и работать. И, собственно, это никуда не делось. Да, безусловно, у меня прекрасная жизнь, которая, ну, нам повезло, наполнена комфортом. Но, слушайте, везде есть свои плюсы и минусы. Это не просто так, что ты просыпаешься тогда, когда ты захотел, и занимаешься только собой. Жить с профессиональным спортсменом – это тоже работа определенная. Мне очень много внимания, моего времени, теплоты, заботы и холинги, лени уходит на Евгения. Это тоже своего рода работа, понимаете? Вот, потому что, безусловно, он главный в семье, он главный добытчик, и больше, наверное, как-то у нас так выстроено, что все пляшется от него. А желание работать, оно меня, в общем-то, никогда не покидало, и мне, кстати, многие знакомые сказали: «Знаешь, тебе вообще это надо? У тебя и так все хорошо, живи, кайфуй». Ну, наверное, я так устроена, что как-то мне прям было какое-то ощущение, что я что-то еще не до конца сделала. Что-то еще хочется, ощущений хочется, эмоций эфирных хочется. Это же как наркотик. Ты постоянно попадаешь в рейтинги там самых сексуальных женщин России, самых красивых. Вот ты когда открываешь все эти статьи, новости, вот у тебя какие вообще внутри эмоции возникают? Ты знаешь, мне вообще, с одной стороны, это, безусловно, все очень приятно. И приятно, что, знаешь, как бы, как вот недавно, кстати, составлялся рейтинг «Максим», и они анонсировали девушек, которые принимают в нем участие. Как-то у них, кстати, очень прикольный, во-первых, главный редактор Маленков, мы с ним давно знакомы, мегапрофессионал и с большим развитым чувством юмора и легкой долей цинизма. И у него работает классный редактор, который занимается Инстаграмом, Максим, и там было написано, что одна из немногих, кому удается, в общем-то, не появляться, ну, там смысл такой, что не появляться в медиа, но при этом не терять любовь электората. Для меня это тоже, скажем так, приятный момент, что я понимаю, что я редко где-то появляюсь, и вообще за эти годы в Москве мы буквально каждый год приезжаем там на пару месяцев, и тем не менее все равно как бы люди не забывают. Постоянно под какими-то постами, комментариями остается моя фанатская группа, всем привет, которая постоянно спрашивает: «Анна, ну когда, ну вот, давайте». И, естественно, как-то все это подхлестывает, и, ну, мне приятно. А то, что касается всех этих рейтингов, вы знаете, я даже не могу сказать, что мне это какой-то уверенности придает. Я очень самокритичный человек, найду в себе кучу там всяких недостатков, изъянов и так далее. Видимо, я не знаю, людей не обманешь, что ли. Ну, нравлюсь, ну, прикольно, послушайте. Конечно, это я это все очень ценю. Мне это все очень дорого. Про Америку вот интересно спросить. Когда вот ты только переехала, получается, к Жене туда, насколько сложно было привыкать? Ты здесь, у тебя была работа, у тебя было признание. Там ты осталась только там вот с любимым мужем, и больше фактически никого не было рядом. Вот было ли это сложно? Было сложно, особенно первый год, потому что получилось, что я переехала. Новая страна, новые люди, язык, который у меня на тот момент был не на таком уровне, как сейчас. Естественно, это был определенный барьер. И Женя постоянно в разъездах, плюс еще беременная, знаешь, эти гормоны никто не отменял. Было тяжело, не хватало работы, и я очень жестко рефлексировала по этому поводу. Как-то я заметила, и в хоккейном мире об этом рассуждают, что вот большую часть времени вот по Инстаграму вы проводите в Майами, а Женя, получается, в Питтсбурге на выездах. Вот он как-то не обижается на вас, что вы сыном? Ну, во-первых, это неправда. Я вообще не понимаю, откуда это пошло. Я, кстати, вот кого-то тоже это слышала, тут какой-то комментарий мне написали. Но это неправда. Во-первых, в Майами просто больше возможностей сделать какие-то прикольные публикации. Во-первых. А во-вторых,
Мне кажется, если посмотреть на мой Инстаграм, количество локаций Питтсбурга за сезон и количество локаций Майами за сезон, оно будет примерно одинаково. Но люди какие-то странные, то есть я не пойму, если Женя уезжает на 3 недели в командировку на игры, естественно, я на эти 3 недели возьму ребенка и полечу в Майами. Почему нет? Мы, собственно, и апартаменты приобрели там для удобства, для того, чтобы была возможность проводить время там. Плюс он ходит там в школу, в американскую, учит язык. Так что это вообще миф какой-то исключительный. И, кстати, я в Питтсбурге провожу гораздо больше времени, чем в Майами. Я вот в прошлом году разговаривала с Анастасией Овечкиной, и она рассказывала, что вот если они с Сашей выходят куда-то в торговый центр за продуктами, то везде всегда его там узнают, вежливо, но подходят, просят автографы. Вот у вас с Женей в Америке также? Там, если куда-то выйдете, то обязательно будет внимание, поклонники. Ну, то, что касается Питтсбурга и Москвы, уже не 100% узнаваемость. То есть выйти куда-то, и чтобы он там ни с кем не сфотографировался, а он такой парень безотказный. Сейчас, может быть, ситуация с этим ковидом, он где-то побаивается, потому что на нем ответственность за семью, за ребенка, и он где-то там уже отказывает, но с болью в сердце. Вообще он такой очень добрый и понимает любовь и фанатов, и болельщиков, и никогда не откажет, если есть такая возможность сфотографироваться. Да, его везде узнают. Поначалу, кстати, для меня это была прям проблема. Но потому что мы когда начинали встречаться, я понимала, кто он, что он, но я просто не понимала масштабы. Потому что, ну, действительно, выйти куда-то спокойно покушать, чтобы на тебя никто не глазел, и мне было как-то спокойненько, ну, я уж, наверное, не припомню такого. Ну, теперь мы просто уже знаем какие-то места, какие-то приват-комнаты, каких-то ресторанах, где мы можем уединиться и спокойно провести время, либо вдвоем, либо с семьей, если в этом есть необходимость. Ну вот, например, если хорошая погода и выбраться в парк Горького, это будет сложно для Конечно. Вашей семьи. Ну нет, мы выбраться-то выберемся, и мы выбирались, но спокойно погулять там не получится, конечно, 100%. И в Америке такая же ситуация? А когда вы только начали встречаться, вот лично было сложно привыкнуть к тому, что расписание второго человека нужно ставить на первое место и свою жизнь подстраивать под его график? Ну, с одной стороны, конечно, мне просто сейчас об этом тяжелее рассуждать, потому что я уже забыла как бы вот эти свои ощущения, раздражение, капризов, потому что, ну, я как бы сама привыкла, что, в общем-то, под меня подстраиваются, знаешь, где-то. Вот. И, наверное, в какой-то момент, ну, все равно это было как-то плавно, все равно это не было так, все, вот завтрашнего дня, значит. Все равно это было плавно, я присматривалась, я влюбилась, мне хотелось сделать ему приятное, создать комфортную атмосферу, чтобы ему было со мной хорошо, чтобы у нас в семье было все в порядке, понимаешь? Вот, поэтому, ну, как-то... Все это было гармонично, спокойно, без каких-либо с моей стороны истерик. Были, конечно, маленькие какие-то, но... Но особенно учитывая, что ты в чужой стране, нету никого близких, наверное, чисто психологически было. Ну да, да. Ну, как бы Женя поддерживала. Были моменты, когда мне казалось, что он делает это недостаточно. Так, мы можем вот сюда заехать запарковаться, да? Да, я думаю, что да. Ух ты! Я вот, кстати, здесь ни разу не была. Красиво. А вон и Руслан. Привет! Привет, мой хороший! Привет, привет! Привет! Как жизнь? Хорошо, хорошо. Слушай, рассказывай, вот, где он, что вы? Слушай, ну мы... Слушай, у меня уже глаза разбегаются. Красиво, да? Красиво, очень красиво. Brand Shoe Studio, очень прекрасные жакеты. Да? И, да, ну, я тебе хочу еще показать. Показать, это пойдем. А вот, слушай. Ну, очень все красиво, очень все качественно. Пока сюда положу. Аккуратненько. Слушай, ну здесь у нас получается такие, видишь... Ну нет, это очень плотно. Плотно, но двубортная тема очень хороша. Рубашки интересные, кирпич. Это тоже женское, да? Это все женское. Здесь мужское еще есть. Короче, сегодня будет, судя по всему, битва луков. А почему бы и нет? Любимая рубрика Тины Канделаки. Так, ну смотри. Прекрасно. Слушай,
лучше. Прекрасно. Цвет. Я себя, как ни странно, не ощущаю цыпленочком. Слушай, нет, ну это бомба. Я предлагаю просто... Заверните, пожалуйста, нам этот костюм. Слушай, здесь можно даже засунуть, например, черную водолазку. Ну, то есть на моем примере, но это реально очень стильно. Черная. В принципе, можно, то есть, какой-нибудь другой топ, как, ну, с бантоном, то есть, например, да. Следующий вариант. Он, конечно, не такой яркий, как желтый костюм. Блин, слушай, ну это... Здесь не нужны клёши, это абсолютно. Ну, это было бы странно даже в данном комплекте. Ну, красиво, да. Не, серьезно, очень круто. Ну что? Это заключительный комплект. Давай скажу свое мнение. Давай. Я считаю, все три комплекта, они... Очень-очень хорошо. Ну, все садится классно. Но нам все-таки нужно, как говорится, уложиться в бюджет и будем выбирать один. Можно проголосовать, а я все-таки, наверное, за желтый, потому ну, то есть, вот это середина. То есть и по брюкам тебе нравится, мне по цвету нравится, и по студии у нас хорошо зайдет. А мне нравится и в полоску. Ну, то есть, мы, я думаю, тебе самой желтый понравился, правильно? Плюс один за желтый, даже. За желтый. Тоже нет, желтый. Я бы взяла два, но если надо выбирать, за желтый. Ну, как говорится, бюджетный резиновый. Абсолютно. Ну что, Аня, поздравляю тебя с шопингом. Спасибо. Я думаю, что сейчас нужно зайти в кафе и обсудить еще несколько интересных тем. Я, в общем-то, не против. Единственное, никогда не думала, что это скажу, но я реально немножко устала от шопинга. Так бывает у девочек вообще? Ну. Руслан, спасибо, дорогой, тебе большое. Тебе спасибо большое. Да. Девочки, все. Вам огромное спасибо. За такой огромный выбор, за такой прием. Шикарный. Благодарю. Так, ну что? Все, пойдем. До встречи в эфире. До встречи в эфире, дорогая. Спасибо за помощь. До свидания. Ну, у меня первый вопрос. Ты вообще шопоголик? Ну, вообще, как любая нормальная девочка. Да, я люблю, конечно, шопинг. Поднимает настроение и всегда приятно как-то себя побаловать. Видела на карантине, Женя выставлял видео, как он играет в компьютерные игры. Ты вообще не против этого, вот Counter-Strike и всяких вот таких штучек? И сына он там к этому не подсадил? Ты знаешь, вообще я смотрю, что это абсолютно нормальная тенденция в плане того, что все дети играют в игры. Будь то телефон, будь то iPad, конечно, есть ограничения, но я не могу совсем не идти с ним вместе в ногу со временем. Потому что он все равно обращает внимание на своих ровесников или на тех, кто постарше. Эти игры, они, в общем-то, везде. Стараюсь предлагать ему какую-то альтернативу. Например, сейчас есть интересные эти Fortnite-танцы, движения, знаешь, там незапудривание мозга. И, в общем-то, достаточно забавно. То, что касается Жени, вообще, на мой взгляд, у каждого человека есть... свои какие-то предпочтения по снятию стресса, так скажем. Кому-то надо пойти выпить, кому-то надо пойти покурить, кому-то надо еще что-то сделать, кому-то пойти спокойно посидеть и поиграть в компьютерную игру. Я не вижу моментов, что это зашкаливает. Ему это интересно, послушай. Плюс это дополнительное общение. Я имею в виду, что он не один такой хоккеист. Очень многие ребята из Москвы и из Америки, они как-то связываются, не знаю, там, по своей линии. И играют вместе, им это интересно, плюс общаются. Но почему нет? Если он так снимает стресс, да ради бога. Это не самое худшее, мне кажется, что могло быть. Вот ты еще как-то говорила в интервью, что у Жени непростой характер, что он вспыльчивый, ты тоже вспыльчивая. Вот по ходу сезона это, наверное, проявляется больше. Вот как у вас в семье, например, после неудачных игр? Какие-то могут быть такие сложные ситуации? Ну, конечно. Конечно, они могут быть. Ты знаешь, причем... Я, наверное, до конца уловила относительно недавно, что он испытывает после неудачной игры, когда вокруг, может быть, никто не заметил его каких-то фолов, ошибок, понимаешь, но он сам про себя знает, как он мог сыграть. У меня был такой один эфир, когда я осталась недовольна, никто ничего не заметил, всем все понравилось, там, все сказали, что все прошло отлично. Но я вышла, я была никакая, потому что я понимаю, что я не провела его на 100%. И я рефлексировала очень долго, несколько часов по этому поводу. И, наверное, в этот момент я сравнила себя с ним и поняла, что вот какие-то либо слова, ну их сложно подобрать. Ну что вот, Ань, да нет, ну все хорошо было, там перепоры. Но я же знаю, как должно быть, как я могу, понимаете. И в этом плане я, наверное, вот недавно до конца, может быть, где-то уловила
этот момент. А то, что касается именно каких-то действий с моей стороны, когда у него неудачные игры, ну, во-первых, их не так много. Женя всегда, в общем-то, себя проявляет практически в каждой игре. Но если таковые бывают, то я как-то немножко, наверное, отползаю. То есть у меня нет такой, знаешь, ну, давай поговорим, или там давай что-то, на что-то такое грустный. Нет, то есть поужинали, и вот он пошел спокойненько, как-то ушел в себя, пошел опять-таки поиграл в компьютерную игру или почитал книгу. Я стараюсь к нему не лезть. Ему просто нужно время прийти в себя, отойти. Зачем лишний раз попадаться под горячую руку? Мы же даже как-то в комментариях друг друга подкалывали, я помню, в Инстаграме. А в жизни вот это тоже постоянно какие-то? Да. То есть это вот наш стиль общения. Нет, конечно, там в какие-то моменты, понятно, там нежность, теплота и спокойствие, но если мы говорим в целом, да, то есть у нас какие-то постоянные шутки, ну, больше с его, наверное, стороны, то есть я просто уже к этому привыкла, конечно, я тоже так могу его потроллить, но он больше, и, ну, то есть мы постоянно ржем, то есть как-то это такое постоянно подкол, еще что-то, причем Никита становится взрослее, и он к своим этим мероприятиям еще начинает подключать ребенка, вот, и, ну, забавно. Спасибо тебе большое за этот день. Даша, спасибо тебе, ты невероятно профессиональный журналист, мне очень было приятно и комфортно с тобой, благодарю. Спасибо большое, мне очень приятно. С нами была Анна Костерова, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, колокольчики, скоро увидимся, всем пока!